Станция Каланчевская была построена в 1865 году. И сейчас идет ее реконструкция. Участок от Каланчевской до Курской будет реконструирован к 2023 году. Рядом три вокзала: Ленинградский, Ярославский, Казанский, Комсомольская площадь, Краснопрудная улица, гостиница Ленинградская. Как раз видна часть Казанского вокзала впереди. Идет строительство новых железнодорожных путей. Потому что с этой станции будет пересадка на 4-й московский центральный диаметр. Строительство нового вокзала. Еще в начале 2010-х рассматривался проект строительства Каланчевского вокзала. И в итоге сюда пришла реконструкция. Поэтому платформы сейчас ремонтируются. Также рядом со станцией Каланчевская еще две станции метро: Комсомольская на Сокольнической и Кольцевой линиях. РЖД. Красивое зеркальное здание. Поэтому остановка на платформе Каланчевская. Видите, еще реконструкция и строительство, потому что 4-й московский центральный диаметр могут запустить к 2023, а то и к 2024 году. Будет здесь очень большой транспортно-пересадочный узел, две станции метро, три вокзала, платформа Каланчевская. Еще дополнительная станция на МЦД-4. Впереди путепровод через Комсомольскую площадь, железнодорожный мост, выходы на Каланчевскую улицу к трем вокзалом, пересадка на две станции метро. В этом месте поезда едут медленно, почти до Москвы Товарной. Из-за этого строительства дневные ограничения для движения поездов по МЦД-2. Каланчевское здание мини-вокзала с забором. Историческое здание было построено в конце 19 века. Значение D2, второй диаметр. Цвет фуксии. Описание движения поездов на Подольск, Серпухов и Тулу. Оно, конечно, может меняться в зависимости от ситуации. Проспект Академика Сахарова также рядом. Казанский вокзал впереди. Как только реконструкция здесь закончится и будут какие-либо изменения, я буду снимать остановку на 2 марта 2021 года здесь. Активная реконструкция и строительные работы.